Ну что, большая часть работы сделана. Ну, осталось совсем понты. Маленький-маленький кусочек. Спешу заметить, что сегодня уже 8 число. Ну, подожди, 8 сегодня? 8. Завтра 9, а 10 должен быть эфир. Утро со звуком, да. Да, у нас еще... Ну, конь повалялся, конечно, но он какой-то такой совсем... Ну, слегка повалялся. Как из этого, из мультика. Ножки помочил. Ваши комментарии. Че, бригадир? Зашибись. Осталось со стенами что-то решить или со стенами? Вот эти вот монеты, Радио 13 приедет сделать вам ремонт бюджетный. Ну вот и стадия уборки пришла. Пол положен, плинтуса лежат. Вот, еще потолок надо доделать. Но это уже другая сказка. При всей безбашенности наших ведущих он все равно останется стоять на месте. Вместе со стеной, потому что он к ней привинчен. Это называется изъебство. Так Вулкан делает из длинных саморезов короткие. Друзья, мы почти что сделали это. Новая студия почти что готова. Только нет еще потолка. Куска. Нет обоев. Нет обоев. Ничего не подключено. Ничего не подключено, да. Но уже стоят столы у нас. Всего от этого ремонта пострадала менеджерская студия AS Media. Мы тут делаем, я так с трудом понимаю. Все на ощупь, большим... все на ощупь. У нас пошла видеотрансляция. Да, пошла видеотрансляция, выглядит она сейчас снежком вот таким вот. Жужик. Даже запустился основной комп. Все это время репортажи для вас делала камера Panasonic.